Процедура в санатории назначается индивидуально каждому, исходя из показаний и противопоказаний для лечения. Сейчас мы на минуточку зайдем к врачу-терапевту, именно он назначает процедуры. Скажите, пожалуйста, какие медицинские документы нужны отдыхающему для назначения процедуры? Согласно нормативных документов нашего Минздрава, и для полного и качественного проведения лечения отдыхающему в нашем санатории необходимо иметь санаторно-курортную карту или же выписку из медицинских документов. Любой из этих документов несет исчерпывающую информацию для санаторно-курортного лечения о пациенте. Учитывая эту информацию, мы можем назначить качественное лечение для получения наилучшего результата. Скажите, а можно ли приехать в ваш санаторий без документов каких-либо? Бывают и такие исключения. Иногда у человека в силу его занятости нет возможности попасть в поликлинику к своему врачу. Иногда человек не видит в этом необходимости. Мы и таким пациентам идем навстречу. У нас есть комплексное неинвазивное обследование, которое с высокой достоверностью выдаст информацию о состоянии здоровья пациента здесь и сейчас. Оно, конечно, не на 100% заменяет санаторно-курортную карту или выписку из медицинских документов, где обязаны отразить динамику развития какого-то заболевания или состояния человека в течение 5 лет, но оно поможет нам грамотно составить программу для оздоровления или лечения пациента в нашем санатории. А какие процедуры включены в стоимость путевки? Для оптимизации лечения, для упрощения отдельных нюансов при обследовании пациента во время первичного осмотра у нас есть комплексные программы, которые отвечают основным требованиям наших отдыхающих. Это такие довольно оригинальные программы, как общеоздоровительные, здоровый позвоночник, коррекция фигуры, антистресс. Эти 4 программы, 4 вида лечения отвечают основным запросам наших отдыхающих. Но, как говорят, каждый человек индивидуален, каждый пациент индивидуален по-своему, поэтому если кто-то хочет что-то изменить в этой программе или врач лечащий считает необходимость в этом, мы идем всегда навстречу таким пациентам и подбираем именно тот комплекс, который ему нужен, и тот комплекс, который даст максимальный эффект за время пребывания в нашем санатории. Как правило, для достижения максимального эффекта оздоровления отдыхающие хотят получить по максимуму. Скажите, пожалуйста, как в санатории происходит процесс получения дополнительных процедур, то есть сверх тех, которые назначены? За время пребывания в санатории, в зависимости от количества дней пребывания, лечащий врач осматривает пациента через 2, через 3, если есть необходимость, каждый день. И проведя этот осмотр, проконтролировав эффективность проводимых процедур, можно провести изменения в плане лечения. Здесь же, если пациент переносит хорошо те процедуры, какие ему назначены, и хочет что-то получить дополнительно, то при отсутствии противопоказаний назначается любая другая дополнительная процедура. Но учитывается основной принцип в лечении – лечит не количество, а качество. И сочетание процедур имеет очень большое значение. Иногда дополнительное назначение процедур усиливает эффект от проводимой терапии, от проводимого лечения, а иногда, даже по настоянию пациента, дополнительные процедуры ему не назначаются. Объясняется, что дополнительная процедура назначается не по желанию пациента чаще всего, а по показаниям для того, чтобы получить максимальный эффект. А как отдыхающим спланировать график посещения процедур?
санатории есть автоматизированная система регистрации и назначения процедур. Поэтому в кабинете медрегистратора на руки отдыхающему выдается график получения процедур на весь период пребывания в санатории с указанием даты, времени и номера кабинета.